Как ускорить зависшую биткоин-транзакцию? Какие глупые вопросы. Ужасно. Вы понимаете? Если ваш перевод биткоин долго не подтверждается, скорее всего, комиссия была слишком низкой. И вот рабочие способы ускорить процесс. Replace by fee. Если ваш кошелек поддерживает RBFI, можно заменить зависшую транзакцию новой, с более высокой комиссией. Старая операция отменится, новая попадет в блок быстрее. Child pays for parent. Создайте новый перевод с этих же биткоинов, но с повышенной комиссией. Майнеры, обрабатывая новую транзакцию, подтвердят и старую. Сервисы-ускорители. Бесплатные. Via BTC. Самый надежный. BitAccelerate – автоматическая отправка в майнинг-пулы. Как использовать? Скопируйте ID транзакции из обозревателя, вставьте его на сайте ускорителя. Что делать в первую очередь? Проверьте статус транзакции в blockchain.com или mempool.space. Если комиссия низкая, попробуйте RBFI или CPFP. Если нет, используйте ускоритель. Лучше via BTC. Важно, ускорители работают только с неподтвержденными транзакциями. Всегда проверяйте ID перед отправкой. Обычно перевод ускоряется в течение часа или двух. Главное не паниковать и действовать по инструкции.